Рейсинг паровозиков. Раз, два, три, нажимаем. Варвара оторвалась от всех. Лео догоняет все-таки. Варвара везет лодочку, уголь, шоколад, домик и еще других паровозов. Лео везет паровозов и уголь. Лео из Донецка едет, а Варвара из Санта-Барбары. Лодочку везет. Круто, вот эта игрушка. Так, нужно срочно поворачивать сюда. И Варваре нужно поворачивать тоже сюда. Не врезаемся, Варя! Мы находимся у Варвары дома. И тут целый детский парк. На каждом углу столько классных игрушек, что можно просто детский садик здесь организовать вам. Смотрите, батут. Ну, короче, детский мир. Как будто... А здесь нам Катя приготовила очень роял. Не детский. Да, вообще не детский стол. С красной икрой. Это похоже на шашлычки, но это что-то уникальное. Это как это устрицы похоже. Катя, что это такое? Мидии. Это похоже на оливье, но это что-то вкуснее. Я знаю, что такое оливье. Да, я... Очень органик выглядит все. И это в честь того, что мы встречаем нашу сестру из Харькова, Веру Багину, ее брата и Надю. И мы здесь тусуемся. Мы, я не знаю, с какого боку припеки мы, но мы просто давно вас не видели. Спасибо, Катя, за организацию. Это все очень весело и классно. И нам приятно было. Суп в какой рыбе приплыл к нам? Аня, что так скромно? Кот наплакал. Запутали шарик, пам-барам-пам-пам-пам. Шарик запутали. Аккуратно, отчик, отрыгай. Теперь можно назад кушаете? Что вы? Где вы? А где взяли? Круто. Спонсор мороженое канал «Как у Кати». Подпишитесь и не пожалеете. Что там? Вот там. Кто катается на машине? Варвар. Варвар? На какой машине? Вау! Садись рядом с ней, сядем. Быстрее. Вау, мини-купер. Какие диски крутые, как у Микки Мауса колесики. Дверь открывается? Вау, как настоящая. На другой стороне открывается дверь? Лео, садись рядом, быстрее. Ты хочешь покататься? Да? Пошли, включим музыку и пойдем кататься. Там внутри... Нет. У тебя музыка есть внутри? Нет. Давай, садись. Нет. А вот это что? Это макияж, Васька. А вот это что? Это ключа, это портфель. А вот это что? Это... Какая крутая тачка. Как называется? Микки, Минни Маус? Мини. Let's go, налево. Wow. Риджи USA, твой канал. Это твой день рождения было? Помнишь, ты, Лева, приходила на день рождения? Прыгали, помнишь?
Виджи USA, вот она маленькая. Микки Маус. Я не маленькая, я большая. Сколько тебе уже лет? 3. А Лео, тебе сколько? 4. Молодцы. Варвара. Итак, это было посещение Варвары и Леонардо. Вы были на канале Leonardo the American Boy. Подписывайтесь на канал и ставьте bye-bye, high-five. Обнимаемся и поехали. Все, пока. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садя.